Всем добрый день! Сегодня получила посылочку. Будем распаковывать ткани с интернет-магазина. Купила я ткани в интернет-магазине. Именно ткани. Первый раз купила. Тканями очень довольна и хочу поэтому порекомендовать этот магазин вам. Магазин оптово-розничный называется Union Tex. И вот самое главное, что он оптово-розничный. Как можно оптом, так и в розницу. А цена одна и та же. Цена ниже, чем в простом магазине, в разы. Очень приятно меня удивили. Цены очень удивили. Ну и ассортимент, конечно, огромный. Адрес интернет-магазина вы видите сейчас на экране. Ссылочку можно будет найти внизу под видео, в описании. Магазин находится в Украине, город Харьков. Делают доставку, разумеется, по всей Украине и даже в Россию делают доставочку. Итак, рассмотрим поближе. Махра Велсов. Я купила 3 метра на халат банный. Халат будет прекрасный. Ткань очень мягкая, такая приятная. Ширина 2 метра. Ширина очень хорошая. Цена за метр 182 гривни 70 копеечек. Кроме халатов, шьют и тапочки, и мягкие игрушки. Прекрасная ткань. И цвета у них в ассортименте. Трикотаж травка. Взяла 2 метра. Цена за метр 159 гривен. Ткань такая мягкая, приятная, в меру эластичная. Наверное, буду шить кардиган. Прекрасная ткань, очень нравится. Ширина 1,50 м. Так, следующая ткань, штапель. Штапель, надо сказать, пользуется как-то вот особой любовью у покупателей. И на ощупь приятная ткань. А значит, и к телу она будет очень приятная. Очень хорошо сохраняется краска. Все вот цвета яркие, и после стирки много-много раз постираете, цвет остается. У меня есть такой сарафанчик, я шила на мастер-класс, между прочим. Видео такое есть. Года полтора назад шила, и прекрасно сохранился цвет. Ткань не просвечивается, пропускает воздух, хорошо впитывает влагу. Обычно шьют и блузы, и платья, сарафаны, легкие брючки, шорты. Прекрасная ткань. Ширина 1,44 м, ну, вместе с кромкой. Ну, грубо будем говорить, 1,5 м ширина. Состав хлопок и вискоза. Так, значит, с этой ткани буду шить красивый летний сарафан. Так что, кому тема интересна, оставайтесь со мной. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А видео обещают быть интересными. Ткани не только хорошие, красивые, но и цена очень даже, я не знаю, демократичная, приятная. Как хотите, назовите. Я сравниваю ткани, которые я покупала вот в своих привычных здесь магазинах. Цена здесь ниже в разы. Я вот когда нашла этот магазин в интернете, я просто была удивлена, приятно удивлена. Буду заказывать теперь там ткани, а не покупать втридорога. И еще один отрез штапель. Взяла 2 метра. Буду шить юбочку. На ощупь немножко он другой. Я так думаю, что вот в этом штапеле больше хлопка, потому что вот он меньше тянется. Всеми тканями очень довольна. Повторюсь, ссылочка будет под видео. Обращайтесь в этот магазин, не пожалеете. В этом магазине ткани производства Турция, Китай, Таиланд, Корея, ну и, конечно, Украина. Ткань очень нежная,
Очень мягкая, прям вот так и хочется в эту ткань завернуться. Камера немножко неправильно отображает цвет. На самом деле это насыщенный, очень нежный голубой цвет. Он нисколечко не бледный, не серый, именно голубой. В меру мягкая и эластичная. Шикарная ткань. И не только на кардиган, я так думаю, костюмы хорошие будут с этой ткани. Блеск тоже в меру. Вот сейчас камера как-то блеск увеличивает, прям как елка блестит. На самом деле нет, это не так. Блестит в меру. Очень красивый штапель. Приятный на ощупь. На молочном фоне яркие цветы. Может быть, не один длинный сарафан пошью, а два летних сарафанчика. Посмотрим, подумаем. Эта ткань, конечно, не яркая, но такая нежная-нежная. Я думаю, и для деток эта ткань подойдет. До свидания. Всего доброго.